Сегодня ночью налету наркоманствующей молодежи подвергся частный дом в Горном Щите, который квартирует семья таджиков. Трое братьев Хакимовых были жестоко избиты, один, самый старший из них, 24-летний Бобу Хаким, едва не лишился ноги. Существует предположение, что в этом доме на улице Красноармейской наркоманы искали героин. Трое братьев Хакимовых, по их собственному утверждению, работали в Екатеринбурге на стройке, что неудивительно. Большинство из их соплеменников, приезжая на Урал, действительно осваивают строительные специальности. Но два дня назад к ним в гости приехал старший брат, тот самый Боба Хаким. На самом ли деле он привез наркотики, или так подумалось местной горнощитской молодежи? В общем, сегодня ночью окрестные наркоманы решили пощипать чужестранцев. В половине второго раздался требовательный стук в ворота. Стучали. На дверные замки не открыли. Мы лежали, хотел спать. Потом это через ворота ходили, проходили дом. Эта дверь сломали. Я через... Мой брат ударил это окно. Сломал, ну, я отрезал, потом я через окно убежал. Трое или четверо налетчиков, вооруженных топором, ножом и чем-то еще тяжелым, разбили окно, взломали дверные замки, ворвались в дом и жестоко избили всех находившихся там южан. Нашли ли они то, что искали, нам неизвестно, но одного из таджиков поранили очень жестоко. Топором ему перерубили сухожилие и артерию на правой ноге, так что до приезда скорой его соплеменникам ни за что не удавалось остановить кровотечение. Несчастный парень запомнил одного из нападавших. Просто дыма, двух знал. Это который приходил, да? Приходил, ребята приходили. С этими ребятами был Дима, да? Дима. А где ты его раньше видел? Просто. Как ты был от Димы? А мы как ты был Хаким? С трудом говорящего по-русски таджика доставили в приемный покой 24-й горбольницы, где врачи немедленно стали готовиться к операции. Даже если ногу и удастся сохранить, пользоваться ею молодому парню будет очень сложно. Районная милиция занята поисками нападавших.